Андрюша, сфоткай. Андрюша, сфоткай меня. Короче, я приехал в село Глеваха. Глеваха, как-то так. На съемки клипа группы «Балдеж». Если кто-то не знает, то думаю, те, кто смотрит, знают. Я уже бывал на концерте. И вот здесь снимается сейчас клип. И я попросился посниматься. Я сюда пока добрался, это просто пиздец. Это группа «Балдеж». 2018. Город Киев. Я вынесу свой фотик, Борис. Просто пофоткаешь пару кадров. Короче, у нас мужчина в кадре будет сидеть. На огороде. Может, Толя на сортир сесть? Не, ребят, у нас приличный клип. Да, Саша в таком наряде тоже прилично, да, по-твоему? Что сказал? Готово. Я буду какой-то текст читать. Может быть, под А, А. Ой, бля! Дайте я загляну. Да ничего там не говно, там какие-то лыжпайки от картошки. Давай ставь ногу просто. Паша, какой ужас. Владик, а вдруг она провалится? Так. Помнишь, я хотела... Слышала. Саша. Я не женщина, которая поет. Я читаю рэп, а ты дебил, идиот. Я читаю рэп, завали свой рот. Пока я читаю рэп, соси свой живот. Хорошо. Давайте съемки — это всегда такой веселый процесс, вы что, не видите всего, что творится за кадром? А ты хочешь? Давай. Я вообще просто пришел, чтобы тебе музыку включить, но мы можем и пообниматься. Так, стоп, я же должен спрятаться. Они сказали, чтобы я тебя включил, знают, ты на мне никогда не женишься. Меня так не видно! Я как будто посрать тут присел. Сейчас все будет. Я не хотел, но я случайно жопу твою увидел. Она просто просвещается там. Разбивать тарелку. Да. Типа как при съемках клипа. Чем ты напил? Ты не достоин даже помидора порезанного мной. Я была с тобой для ора. Куча перегноя, извини за мат, но лучше выйди из-за... Аня, иди сюда. Иди сюда, не нашел. Надо тоже пришла с вами. Я не женщина, которая поет. Я читаю рэп, а ты дебил, идиот. На концерт придешь? Ну, я постараюсь, но я хочу прийти. Приходи, я тут тогда. 16 ноября, 8 часов. В мезонине. Нижняя Юрковская, 31. Это на Подоле. Звучит как реклама. Ну,
Андрей! Половина на камеру, половина на телефон снимаешь. На телефоне качество лучше просто. Красота, можно я поставлю твою камеру? Нам это запарится. Всем приятного аппетита. Почти по грамме. А вы знали, что Иван Гай — это украинский блогер? Его зовут Иван. Охуенно. Борис. Мне... Почти, сюда. Почти. Борис до этого два раза, с первого раза попал. 18. Город Киев. Толя, дай сюда эту ёбаную кепку. Город Киев. Бля. Город Киев. Толя, не давай. Перебрались уже в дом, но здесь так холодно, капец. Раздеваться, да? Так-то, так, как. Как тебе удобно? Ну, когда руки связаны, никак не удобно. Факт. Боже, ужас. Потом окажется, что никто тут клипы не снимает. И вы просто мне изнасиловать хотели. Раз, два, три, поехали. Поугрожать там, я не знаю. Конечно. Да пожалуйста, умоляю, вокруг нет, вот твою мать. Ладно, Андрей, я тебя сейчас буду трогать, ты понял? Только каблуком не протыкни меня, больно, сильно больно. Каблуком я буду тыкать. Ну, пошли. Давай. Что вам расскажу? А ты реально больно, Андрей? Ну, попробуй. Или каблуком. Я вот так. Раз, два. Поехали. Это пизда. Вы такие жестокие. Ну что ж такая, блядь? Вот так вот, сгибай все тело туда. Накинуть его. Преступники так не делают. Двух богатейших людей города было похищено в Левахе. Преступники не смеются.
А он не преступник. Так а куда ты заебать? Ну сядь. Отдай, блядь. Ну давай. Вот ты сидишь на столике и такая. А? Никакого сценария. Да ты на глаза не натянул. Короче, надо надеяться, что вот ты снова. Если вы понимаете, о чем я. Ну блин, короче, мы. Я понял. Мы не снимали кадр там, где, блядь, все бананы сожрали, да? Один есть. Не надо бананы. Какой мне бананы в рот пихать? А, да, реально, это хуёво прошло, закончилось. А? Можешь так сделать? Ты поворачивала голову в бок и наклоняла тело. А? Почему каждый раз вам нагнуться так сложно? Что слышишь о тебе? Это пиздец. Можешь? А? Таз, двигай туда. Ты что, ты прикалываешься или серьезно? А? Сделай. А? Нет, выходи. Ну вот, я не понимаю, что... Ну ты смотришь на меня. Почему ты не можешь повторить? Ну я так же делаю, как и ты. А? А? Целует скотч и садится на лицо. Ну, типа как вариант. А если ты проведешь пальцем по губам и засунешь палец в нос? Ты не против, так у меня там сопли. Блин, я даже не знаю. Подожди, снимаешь с него скотч, но не очень агрессивно. Дай сначала палец в нос засуну. Дай сейчас засуну палец в нос, чисто акклиматизироваться. Давай. А что вообще происходит, я не понял? Я сейчас тебе палец в нос буду засунуть. А при чем тут? Зачем? Спроси оператора. Нет, так ты хочешь просто засунуть. Зачем просто засунуть? Чтобы... Когда уже была сама съемка, я нормально могла это сделать. То есть, чтобы это было нормальным явлением для меня. Может, ты вначале себе засунешь? Блин, Андрей, будь это не нос, а жопа. Давай, нормально все будет. Ну, давайте, ну, давай. Только зачем просто так делать? Давай же снимать. Снимай скотч, а потом засовывай палец. Только нормально снимай так. Резко? Да, чтобы я же высрался. Да еще... И... Все. Блять. Готово? Я не знаю. Я не буду этот клип смотреть. Да реально. Вот я такое лицо охуевшее. Там вообще противозаконно показывают. Бля, о, это же ты не рассчитаешь. Реально, на вас навозь, блин, смотрите. Да ничего, нормально, только у нас, сука, как собака, что быстро заживет. Давай, обратно еще раз начинай. Помогите. Стой, Саш. Что вообще? Ты голубая, блин. Только не бей, блядь. Слава богу! Да стой, блядь, пожалуйста, Саша, я тебя умоляю! Ой, я не женщина, которая...